3 декабря – День неизвестного солдата. Памятная дата в честь советских и российских солдат, погибших при боевых действиях, отмечается в нашей стране с 2014 года. Минутой молчания и торжественной церемонии возложения цветов к вечному огню сегодня почтили тех, кто когда-то не вернулся с войны. Митинг-реквием по традиции состоялся на площади 30-летия Победы. В нем приняли участие глава области Сергей Морозов, а также представители регионального правительства, законодательного собрания и депутаты. Среди присутствующих оказалось много молодежи. Это активисты движения «Волонтеры Победы», юнармейцы и все неравнодушные жители города. Молодежь у нас очень разносторонне развита. Здесь представлена и молодая гвардия, и молодежное правительство, и молодежная Ульяновская городская дума, в которой сейчас именно проходят перевыборы, и молодежный парламент. Поэтому все ячейки у нас молодежи всегда активно принимают участие в мероприятиях. Юнармеец Данис Валеев помнит имя каждого героя своей семьи. Но День неизвестного солдата для юноши также почитаемый праздник. Мой прадед прошел войну, но я не застал его в жизни. Он дошел до Берлина, у него множество медалей. Это мероприятие важное очень для меня, так как не надо забывать тех людей, которые положили жизнь за нас. В 2018 году во время поисковых операций удалось возвратить имена 5 героев из Ульяновской области. 75 лет они оставались неизвестными. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.